В 2018 году наше государство будет праздновать столетие со дня своего основания. В честь этой юбилейной даты Латвийское объединение политически репрессированных выступило с инициативой создать сад судеб или Лектендарс, который увековечил бы память латвийцев, ставших жертвами тоталитарных режимов 20-го столетия. Эта идея была поддержана как политическими, так и общественными деятелями. Реализация проекта началась с посадки Яблоневой аллеи на острове Кокнесес, который находится посередине Даугавы. В настоящее время идет работа над созданием дубовой аллеи, участие в которой примет и городское самоуправление. На данный момент уже 50 самоуправлений поддержали эту инициативу, и город Даугавпилс также будет в этой аллее, будет находиться там наш дуб, на котором будет написано «Город Даугавпилс своим политически репрессирован». Уже 9 августа в дубовой аллее Лектендарс на одно дерево станет больше. Свой дуб на острове Кокнесес посадят даугавпилчане.